Зырянов. Его, конечно, выпустили. Он своими габаритами должен помочь. Тоже, кстати, бывший игрок Сибири, который начинал свою карьеру в КХЛ именно в составе новосибирской команды. И вот здесь доходит до Томашика передача. Назад. И бросок по воротам. Добивание. Гол! 22 секунды до конца третьего периода. 2-2. Раденленд сравнивает счет. Причем с первым броском Красоткин справился с огромным трудом. Там после броска защитника Руслана Педана шайба дважды изменила траекторию движения. Поэтому прижать шайбу без отскока Красоткину просто-напросто не удалось. Отбил он перед собой. Ну а Раденленд, 8-й гол в этом сезоне.